Это круто. Потому что что-то в последнее время стали говорить, а что за группа? Green Grey, не слышал. Потом, конечно, начинаешь ставить песни, и они слышали. Но думали, что это... Но не буду клеветать на коллективов других. Например, да. Ну, вы все знаете, что буквально через месяц у нас день рождения. Не так, чтобы мы прям вот день рождения, но тем не менее день рождения. Бигос четвертной, Диманыч. А вообще, вы видели, что кто-нибудь, ну, в семьях так долго жил? Знаете, как говорится, вы видели влюбленные семьи? Да, а чтоб хорошо это заканчивалось. А у нас пока все идет, и я думаю, что мы пол нашей творческой карьеры так и преодолели. Надеемся вас увидеть на 50-летие. Всех здоровыми, счастливыми, при бабках и вообще. Как раньше. Ну, собственно, и хочется сказать, что, в принципе, это началась череда наших концертов, посвященных дню рождения. Мы специально перед днем рождения собрали вас, именно близких друзей нашего возраста, плюс-минус. Молодых, активных, дальше больше. Поэтому не теряйте, пожалуйста, нас из вида. Мы хорошие. Правда. Это правда. Мы хорошие.